Сейчас вы находитесь на обычном мосту. Ну как на обычном? Он весь задетонирован. Благодаря новому обновлению я могу просто взять... Сегодня мы будем смотреть новое обновление, в котором добавили динамит. Взрывчатку, которую можно заминировать любой предмет, как я только что заминировал мост. И потом взорвать его при помощи детонатора. Также добавили новый зачар и еще что-то, да? Все. Так, я открываю это... сейчас стол зачарования, и сейчас посмотрим, какой у нас новый зачар. Короче. О, нет! Блин, зачем я заменил? О, все. Вот новый зачар, который как раз-таки увеличивает силу стрел. Я беру обычный лук, который наносит в среднем 20 урона. И теперь этот зачар позволяет увеличить урон этого лука, да? Вы что там дюпаете, а ну? Хоп! И у меня вылетает сразу 3 стрелы. А первая стрела наносит 20 урона, как обычная, а вторые уже в 2 раза меньше. По 9. Я попробую сейчас далеко стрельнуть и посмотреть, будет у меня 3 стрелы или нет. Вот. Даже не 3, тут сразу 4 стреляет, вот я вижу. Стрел. Смотри, одна обычная и 3... Да, а иногда 3 бывает таких. А иногда 4. Знаешь, это как дробовик. Да, типа вот одна наша стрела, которую мы стреляем, а 4 еще дополнительные. Ну или 3, как повезет. Готов? 3, 2, 1, стреляю. Где-то 41 хп у меня. А, получается, я нанес 59 урона. Это потому, что вот эти как раз-таки синие стрелы, которые дополнительные, они... у них урон меньше в 2 раза. Типа вот обычная стрела наносит 20 урона без брони, а эти только 9. Ну... Ну или 10. Да мне интересно, это для арбалетов работает? Говорю. Нет. На арбалете, к сожалению, не работает. Стрелы выпускаются, ну но они не засчитываются, вот. Генератор, мы хотим мороженое. Кстати, тут добавили еще мороженки вот у этого стенда. Я хочу провести безумный эксперимент. Набрать 1000 мороженых, используя этот зачар, стрельнуть из лука и попробовать ваншотнуть тебя в изумрудной броне. Ура! 110 даже получилось, ну ладно. У тебя сейчас изумрудная броня, у меня лук, этот зачар и 1000 мороженых. Так, Кэтман, ладно. Сколько урона? 25 хп. Я донес тебе, получается, 75 урона в изумрудную броню. Изумрудная броня, это самая прочная броня. Так, а давай-ка я попробую, знаешь, что сделать? Чтоб тебя попробовать ваншотнуть, я попробую сейчас... Так, я сейчас спавню бесконечные алмазы и прокачиваю урон на максимальный уровень. Не. Отойди, отойди, алмазник. Ой, блин, не потому попал. Огонь. Опа-на, изумрудную броню я только что ваншотнул. Видите? У тебя была изумрудная броня. А у меня был этот зачар и 1000 мороженых. Ну да, 1000 мороженых все-таки слишком много, мне кажется. Вот, допустим, у меня другой зачар, не этот самый крутой. Я только сколько нанесу? Смотрите, какой глич я нашел забавный у этого зачара. Как мы знаем, с помощью лука он, конечно, стреляет 5 стрелами. Когда мы бросаем, например, Ender Pearl, смотрите, там какая анимация. Кажется, вот как будто там 5 эндерперов. Видите, вот смотрите, я его бросаю. Ой, сейчас перезаряется. Вот, видите? Там дополнительное что-то вылетает. Это как будто бы стрелы, но их разработчики не удалили. Типа куча эндерперов бросаю, что ли, типа того, но они не работают. Так, давайте-ка мы сейчас более глубоко рассмотрим вот эти новые бомбочки. Они мне краски больше всего нравятся. Так, начнем с их функций. Во-первых, первая функция это то, что можно бросить их в игрока. Вы все облипли бомбами, видите? Эти бомбы может привязаться к игроку. И... Press F. Это сейчас вам надо нажать.
Также можно не только использовать ее, чтобы вот так просто взрывать игроков, что малоэффективно, а можно еще подрывать, например, мостики к алмазам или другие. Вот я, допустим, вот такой мостик построил. Просто. Так, я его снизу так задетонирую, давайте. Так, вы не видите этот динамит, потому что я его внизу поставил. Ну, можно и наверху, просто. В принципе. Там полная армия изумрудников, алмазников. А я задетонировал мост, но они этого не знают. Давайте, нападайте на меня, муха-ха-ха-ха-ха-ха, мне вас не страшно. Бах! А ты как остался в живых? А ты как остался-то? На этом все. А сейчас вы можете посмотреть целый плейлист наших интересных приключений в Roblox Bedwars. Ну а с вами был Games. Всем до скорых встреч.